Леонид Загубин, нажми на кнопку, получишь результат. Game started. Так, лучше здесь, не понял. Банку-кунки. Это что интересно сыграть. О, я знаю за что. Возьми мини... Возьми минера. Да говно. Тебе будет очень интересно. О. We need to score. I want to score. Скелетон Кинг. И хочу на нем тоже с этими. Внемлю вашим словам. У него. Мне неведом страх. Такой стан. Жень, ты... Ой, там этого взяли, да? Ты опять все скупил к чертям собачьим. Да. Так. Мое сердце. Надо успирать, разбирать все, как пирожки расходятся. Блин, здесь такая клевая, это самое. Такие шарты клевые, типа вообще очень жесткие. Либо все, либо ничего. И это и про врагов, и про союзников. Жень, ты где? Я буду, знаешь, кто? Я буду так, вот. Нам бы неплохо бы какого-нибудь потяжелее. Можно танго? Там, беги, беги вот на он, это, я хочу. Руну танго, да. Да, и иду к тебе. Почту за честь. Как прикажете? Тяжелый здесь. Будет исполнено. Тяжа. Так, это будет наш с тобой маленький секрет. Ага, уже нет. Это понял. Почту за честь. Как секрет был недолгим. А чё? Так, надо бы алхимику подсобить, я, наверное, внизу подсоблю с руной. О, это что за говно? Это алхимик саппорт. А это кто? Ну это-то не алхимик саппорт. Я алхимик саппорт. What the fuck is this shit? Да. Почту за честь. За веру и народ. Там мама борщ сварила, судя по всему, я не знаю. Но руну возьму. Почту за честь. Короче, это, сейчас я быстренько тут левелочек апну, Жень, ты где? И надо убивать. Будет исполнено. Так а я сейчас приду к тебе убивать. Слышь, ну и все. Вот и иди, и иди. На руну на нижнюю, наверное, вард второй поставь, потому что нам нужны баунти. Все баунти. Там собирался вроде бы пока что. Все правильно, все баунти мне нужны. Все баунти. Так, клок соломедовый, вайпер сверху. Все как надо. И один герой не пикнут. Пошел анализ. Глубокий причем. О, Рома, у тебя охуительная тарка. За веру и народ. Ром тебе два танка дал. Да, фарми, забей, он со мной не дерется, поэтому просто фарми. Ну, вивера мы пока не трогаем, мы трогаем, А, скелет, блядь, пошел кач в лес. Пойду с ним, короче, под кач. Будет исполнено. За веру и народ. Почту за честь. За веру и народ. Давай, давай. Вот, а вот сейчас, кстати, можно хлопать вайпера. Почту за честь. Я сейчас сначала один раз ударю, копну. А, он, сука, пошел. Ко мне, наверное, побежал. Да-да-да. За веру и народ. Как прикажете? Не, давай лучше вот этого. За веру и народ. Пошли нахуй, пидорас. За честь. Будет исполнено. За веру и народ. Как прикажете? За веру и народ. Как прикажете? Ром, спайсу будет сделал. Исполнено. Опа, блядь. А здесь жук ебаный. Будет исполнено. Че, преследуем? Иди. Он ёбнутый, зачем он за мной идет? А, там, блядь, сейчас руна будет. Пиздос, негритос. Ну, и хуй на ней. Взял регенерацию. Ну, а, вот это уже хуёво. Крутак, помоги чуть-чуть, меня жук... А, понял. Чё? Я ничего. Випера, випера, випера. Почту за честь. Как прикажете? Блин, такой дилей неприятный. Випер рох купил. Ром, спайсу сделал богатый немерено. Мне неведом страх. Очень жесткий. Мое сердце жаждет битвы. Будет исполнено.
И они просто бежали, я им дверь закрыл. Жуков убил. Красава. Если тинкер один, то тинкера бахаем. А, нет, не бахаем. Отбой. А, випер здесь. О чем вы просите меня? На город наших. Мразь. Ебаная. Мое сердце жаждет. Ром, я лечу первый лев. Мне неведом страх. Тебе дать попить эту кулярить? Ты хорош. Как прикажете? Ну, можно, да, кстати. Почту за честь. Все, все. Понятно. И народ будет исполнен. Как прикажете? За веру и народ. Почту за честь. Будет исполнено. Почту за честь. О, он провел. Ой, его избивает, не клярите. Падла. Так давай гасим его. Давай, 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 давай. Пусть кинет тьма. Блять, надо было мне попозже купить. Ой, я покатился. Да это зря, зря. А, я-то нет. Ну и похуй. Хорош. Хорош. Будет исполнен. Как приказ. Меня, блядь, крипы убивают. Будет исполнен. Я просто пугаю пока. Вот, блядь. Хуй ли ты там бегаешь? Помоги, блядь. Знаешь, такой сразу нашел виноватого. Сразу нашел виноватого. Мой молодой укрепит вашу веру. Ну а хули. Мое сердце жаждет битвы. Будет исполнено. О, бегу. Мое сердце жаждет битвы. Почту за честь. Ши-ши-ши-ши-ши. Бери, бери. О чем вы просите меня? Бенч, ну. Мое сердце жаждет. Мало дают, что-то 174 всего за нее. Будет исполнено. За веру и народ. За веру и народ, ебаный рот. Во имя света. Почту за честь. Смерти верной. За веру и народ. Как приказ. Будет исполнено. Хенька фармы собирает. Расстрашится правосудие. Как приказ. Будет исполнено. Че этот пиздюк? А, этот пиздюк. Как приказ. Будет исполнено. Что у нас еще там жестко это происходит? Ну, что я бы посоветовал. Так, не знаю. Не буду ничего говорить, походу. Тускару надо. Лучше нахуй. Ничего. Что у них там порево дикое какое-то. Жесткое порево. Кто тут? Жень, да ну убивай! Давай. Вот так. Меня лазер дал, я его просто не убил. Ну я! Я блокировал. За веру и народ. Почту за честь. Будет исполнено. Я просто стеснялся забирать. За веру и народ. Ой-ой-ой, че это? Ой, меня сейчас. Ну где Жени нет, сразу же пиздюлей получают. Тут либо варианта два, либо Женя пиздюлей получает. Там стан, там все дела. Будет исполнено. За веру и народ. Как прикажете. За веру и народ. Почту за честь. Будет исполнено. Почту за честь. Мое сердце жаждет битвы. Как прикажете. Почту так, за честь. Это я не то нашел. Будет исполнено. А тинкер опять прилетел, мне правильно? А, ски. Кто там у него, братки в братках? А, нихуя, гадюка ебаная. За веру и народ. Почту за честь. Будет исполнено. За веру и народ. Охот пидор, блядь. Будет исполнено. Почту за честь. Ну такое, у меня ничего больше нету. За веру и народ. Почту за честь. Как прикажете. Будет исполнено. Почту за честь. Как прикажете. Почту за честь. Ой, меня опять убивать хотят. Да идите нахер. Я в ульте, я должен выхилиться. Я обязан. На кому-то ничего не обязан. Пес. Ау! Наск.
Да, но жесткие. Я их переиграл. Там паук паука убил. Да, у меня нет регена. Да, ему это... Что? Ты там отрыгнул с этим... с рыбовойсом? Как прикажете. Так у тебя был рыбовойс. А, тогда у меня это, да. Нифига ли Орик, блять, это на пассивный итем вдарился там у него. Вон какие. Да, да. Ой, все, меня опять очкунькает. Ну, брось там-то, сука. Ой, Ром, извини. Да ну... Ну, блядь. Ну вот чё вот он тут на руне стоит? Ну пришел, ну дальше. То можно было его пойти убить, Леорика. Ну чё он не пошел дальше? Застеснялся. Тоже виноват, видишь, нашел. Не, ну ему на самом деле реально надо было дальше на Леорика идти. Так, у меня определенно лагает. Будет исполнено. Как Тимур прекратит досить. За веру и народ. Да. Тимур прекратит досить. Урод. Как-то там можно было какой-то лад прописывать на РГЦ, я чуть не помню. Туннель. Не, как-то можно было реально. Пиши лад. Урдак, я сзади захожу на клока, мы сможем ему что-то да, сделать? Да, наверное. Но он шестой, у него ульта. Почту за честь. За веру и народ. Опа, Леорик собака ебаная. Ты говори, если будешь что-то планировать. Пока надо подождать. Мне, по-моему, Тимур рассказывал как раз, как-то лад прописывать можно. Просто лад? Ну, блин, нет. Или салат. Клок все потратил. Он, по-моему, даже хукнул, я не уверен. А у Юра тоже этот Блайдстоун? Нет, он не хукал. Ну, либо он отпился маной сразу же. КВ? Это, типа, на клан вар приглашает. На клан вар. Сверху хоста, снизу баунти. Иду за хостой. Иду за баунти. Там кто-то тоже идет за баунти. Клок, он, наверное, с хуком. Все баунтосы в этой игре вообще мои. Засунет. Простите, это было грубо. Крайне. Ай-яй-яй, ребятки. Баунтоски ведь мои. Так тогда иди за ними сразу. Жень, ты готов чпокаться? Подожди, там наверху какое-то чпоканье. Ну жесткий чех. Я ли наверх лечу? Ну хорошо, я прилечу тоже наверх потом, когда будет на ТП. А как? На, как же она красиво, просто это матрица. Оп. Просто все встрелили. Жень, кто жесткий? Жесткие, все. Рома расстроился. Почему? Не знаю. Мне неведом страх. Нет, я четкий. Понял. Мое сердце жаждет битвы. Будет исполнено. Внемлю вашим словам. Почту за честь. Так, на низу вижу. За веру и народ. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? На город наших братьев напали враги. Мое сердце жаждет битвы. Мое сердце жаждет чохан-пехан. Внизу он сейчас будет. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх.
Как прикажете. Ну, мы такие, да, знаешь... Да я понял, да я типа от дефа там исполнен. Просто буду... Чуханы. Чубрики, чубрики. Жень. Сейчас приду этот, на низ помогу отдефаться. Ну, там откидаться. Они вроде были бы здесь, но как бы их здесь нет. Пока что. Либо в кустах, либо в усах. Как прикажете. Будет исполнено. Жень, сейчас откидаемся. Вон один на руне. Ага. Вайпер, пья да, вайпер. Да, они меня не видели, что я иду к вам. Почту за честь. За веру и народ. Почту за честь. Этот, Виверок не пошел, короче. Я иду. С друганами драться. Что-то там все, походу, да. Вообще. А там еще я, короче, крипов. С тревелами. Киску бьют. Сейчас разберусь. У Леорика две жизни? Одна. Жесткий! Просто, блядь, все нахуй. В темном переулке забираю. Ну куда ты? Давай, оп. И еще. Да ты чё? Да брось ты ему уже, ёб твою мать. Да ну не могу. Женя. Ну ёс. Пиздос, не гритос ты. Я иду за ним. Ёбаная дота, блядь. Сука, почему тут, блядь, все время сбивается ебучий таргет? С героя своего, если спасибо, ты нахуй нажал, спасибо, что-то не так. Братки, спасибо, урдаку. Ром, ты нажал и сразу же бросил. Сбросил. Ну, так и хотелось. Но я нажал два раза, и у меня просто... таргет с героя со своего слетает. Понимаешь? Понимаю. Если как ты нажимаешь принципе... на какую-то кнопку, то он восстанавливается. Что-то это... Типа райт-клик. Ром, ты слышал про мое ДЦП? Да, да. Я думаю... Это как моя игра, но это только мое ДЦП. Что-то было похожее, наверное. О чем вы просите меня? Мне неведомо. Этот вайпер с вангардом напротив. Плюс один будет на него. Ох, а я на мид лечу. Я ползу на пешком. Пошли вы. Я пока его поразгибаю. Жень, я здесь. Подойди сюда, давай. Я смог нажму, покурю. Да. Во, давай. Нажал, все, побежали. У меня есть вард, пошли еще вард поставим. Неплохо ты его там разминаешь, я посмотрю. Подожди, давай сначала поставим вард сейчас, короче, вот сюда. Будет исполнено. Чтобы контролировать процессинг. А там жука бы я не хотел шпрехать. А у Леорика ульта, наверное, откатится. Плохо, как если что еще. А мы его это, мы сможем. Жука? Да, подожди, сейчас у меня этот ульта откатится. Тинкер сзади, убить тинкера, убить тинкера. Подожди. Да у тебя откатилось. Я умер. Ну, наверное, это... Жень, уходи, жука, ебать, первый. Да, у меня нетворс 0. Кинул ему просто всю жизнь стоять будет. СК просрал стан. Нормально. Жень. У него фейзы, по-моему. Просто? Да, у него фейзы. Просто гопники такие, я знаешь, дикие. Я лечу на верхний тавр, но не знаю, у него вторая жизнь есть, я не слышал. Хз. Ну, скоро перекулдаунивается точно. Где этот Питер? Прям посекундно вряд ли. Почту за честь. Как прикажете? Фиксирую. Почту за честь. Куда ты, блядь, собрал? Там еще Коквер. Почту за честь. Ну, не надо, наверное, Коквер-ка нет хукшота. Но все равно, тут опасно. Будет исполнено. Почту за честь. Как прикажете? Где предметы покупать? Все купил. Четверо сверху. Это, а есть баунтосы на мапе? Нет, наверху нет. Баунтос забирал клок. Внизу дабл Ди. Иду за дабл Ди. Дабл Да. Тут випер как минимум. Еще, возможно, это... двое. Кто там был? Вот сейчас. Я готов. Женя, ты где? Ты где? Ты мне мигни где еще. Я прям примчу. Нам Леорик еще идет. Надо бэкнуть. Надо уходить. Надо киска. В смысле? Сейчас, Алена, надо бэкнуть. Ёпта. Лучше здесь. Подходи, развернемся, ёпта. Эй, пидорас.
Поехал в него. Чё, блядь, блядь, кого позвать на? Чё ты, сука? Чё? Да, подожди тут, вот нахуй. Так вот, не блядь. Подходи, блядь. Чё, сука, нахуй? Так. А тут что делать дальше? Дальше играем. Хорошо. Дальше продолжаем играть. Продолжай? Ну сейчас, так я не... Ну подожди, я там столько впитал, это вообще я жесть. Я поехал, блядь! Не нужно... Не в ту сторону! А ты куда уехал? А я за Тинкером поехал просто. А он на базу ТП сделал. Подожди, они Женя, вот здесь, мы, подожди, они придут отсюда. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, подожди, сейчас у меня откадышится. Вам надо просто... уходить всем. Вот, да, видишь, да, кто идет? Прилетит. Сюда, сука, да, Вася! Да-да-да-да-да. Документы, блядь. Тинкер фуловый летит наверх. Изи. Жень, что делаем? Давай эти пиявы собьем. Я закрыл плацкарт. Все-все-все, уходим. Баунти тут, блядь, отменяй! Подожди, я бегу, да, обратно. Да иди ты в жопу, блядь, ты наркоман? Да бери. Почту за честь. За веру и народ. Сейчас... А что, не видно, что ли? А, да. Конечно, да. Это, сейчас я... 300 рублей, и я смогу с вами снова файтиться. У меня 300 рублей. Тинкер пока на меди. Я тебя могу дамаджить. Блин, ты не в того. Катился. Добей мелкого. А, ну. Мелкого, чтобы этот не взорвался. Всё, добил. А, или так, хорошо. Я пошел на базу, короче, пока что. Еще 200 рублей, у меня будет лотус, наверное. Наверное? Ну, я надеюсь. Если я ничего не перепутал. Тингер Орш собирает. Оркит. Будет исполнено. За веру и народ. О чем вы просите? Будет исполнено. Рой. Там кого? Вон там. Ой-ой-ой. Да бросьте мне его, сплюнь! Да... Да все, да я уже, сори, я... Да он же да вы уже сейчас меня сплюнут. Мне неведом страх. Я въехал. Хорошо, ты въехал. Как прикажете? Куда ты? Жень, давай, за меня. За Рому и двор стреляю упор, все. Изи. Как же он летает? Чтобы вот больше неповадно было нахуй туда приходить. Будет исполнено. Почту за честь. Как прикажете? На почту за наших братьев на паре. Внизу фарм. О-о-о, понятно. Ну ясно. По имя света. За веру. Чем вы просите меня? Как прикажете? Чё-то как-то урдак слишком жестко. Я пошел покупать. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Внемлю вашим словам. Как-то, блядь, работает World Punch через хуй пойми как. О чем вы просите меня? Не надо автокастить его. А я его не автокастил. Я нажал кнопку, что. Кнопка не сработала. Я его на автокаст в жизни не ставил. Если до этого ударил, то ты не сможешь сделать валус панч, пока следующая автоатака, да, не пойдет. Да, это понятно. Ну, короче, типа, тут баунти. Ладно, потом это надо обсудить, то как-то... Сейчас возьму. В разных версиях по-разному, я не привык. За веру и народ. Как прикажете? Почту за честь. Будет исполнено. Я просветил его, на всякий случай. Будет исполнено. Как Жень, на меди, меня. На меди. Вытолкнул тебя. Да, я вижу. И убил. Он тут. Типа в какой-то версии типа нажимаешь на него, он тебе на ручку кастится. Тут нажимаешь на него, он на ручку тебе не кастится. Ты должен еще навести на таргет. Хуй пойми, как работает. Тут Тинкер. Хуй ты что? Ты сейчас послушал, Женя? Надо уходить. Чего ебаешься, блядь? Драколич старался, нахуй. Да как-то, блядь, Тускара не достарался. Такой герой, блядь, шарды сделали охуенные, да. А остальное, ну... хуй пойми через... вот как.
Спасибо за пересылку. Лотар собирает вайпер. Спасибо. Это я, мне делать нечего. Да я понял. За веру и народ. Как прикажете. Я к икаповскому моржу, походу, привык. Но там шарды не такие охуевшие. Как прикажете. Ну. Тут чисто из-за шардов ебёт. Ой, да ты-то откуда здесь, а? Ну как Лотар, он здесь Лотар, оказался, Лотар. Этот вайпер? Лотар. Ну, у них там тавер. Понятно. Ой. Чё за мразоты, блядь? Нормального. Не дают поиграть. Ну, что-то как-то мало Варлус Панч по нему чпунькнул. Ой-ой-ой, Жень, ну походу делал он это. Ну нет, смотри, ну. В Лотаре попал Леорика. Да, у кого-то стрела попала. Я полетел отсюда нахуй. Там я нашел баг. Какой? Я нажал руну инвиза, пока был фейт тайм ульты Мирана, и у меня руны инвиза не было. Я думал, я в инвизе бегу. Чё, мы будем их на развороте? Слышите? Алё. Да. Я попал алло. По там этому всё, виверу. Ну всё, пошёл. Чёхан, пошёл. Ну, зак-зак. Рома. Блин, ты очень зря берёшь руны, у меня ботл. Чё, Жень? Рома заговорил на орче. Там тинкера можно попробовать поймать, он вот здесь. Мне бы еще бы пару рун этих, как его... Нет, только клок. Ну топи, что там? Сорри. Спасибо, Орда. Ну ничего. За веру и народ. Будет исполнено. Почту за честь. За веру и народ. Комф, не шастай там, я там хотел вард сбить. Ты их пугаешь своим внешним видом. Внемлю вашим словам. На нас напали. Мое сердце жаждет битвы. Как приказ... О, на миди тинкер. Надо я влетаю. Хорошо. Дайте кого-нибудь ёбнуть. Блин, меня застанили. Я вы вытолкнул тебя. Почему бупс дабл килл? Песочком. В глаза им. А тебе сало сняло, когда я кинул на тебя эту пертру? Да, сняло. Это прожмите глифанский. Ну сука, вижу я, блять, они даже таур не бьют, блять. Орёт как бешеный, блять. Когда атакой начнут бить, тогда наш... Сори. Леорик вроде только что раскладывался. Урон, красиво. Да, он раскладывался. Сейчас я тоже разложусь по ходу дела. Он раскладывался, было дело. Разложился, ребят. Там в Лотаре аккуратно. Ну, у меня... Я торопился ТП-шнуться, не купил вижена. Забыл. Да, мы его не брали все равно, я думаю. Да не, если бы я погнал, у него там пол ХП было. Он бы на меня отвлекся, и мы бы его раз это... Но на меди остался. Мое сердце жаждет битвы. Почту за честь. Мне неведом страх. О чем вы просите? За веру. Это, что, после этой игры перерыв делаем? Не делаем? Или что? Куда ты нахуй собрался? Будет исполнено. Знаю, магазин хочу какую-нибудь шоколадку. Нельзя? Нет. Ну, окей. Ладно. Будет исполнено. Почту за честь. За веру и народ. Будет исполнено. Вон, видишь, где он фартнует? Почту за честь. Мразь это ебаная. За веру и народ. О, вон там еще, вон как там еще. А кто там сзади был? Фир знает. Почту за честь. Будет исполнено. Как прикажете.
будет исполнено. Как прикажете. Почту за честь. За веру и народ. Чтобы быть как на Рому. Почту за честь. За веру и народ. Почту за честь. Будет исполнено. Мне неведом страх. За веру и народ. Как прикажете. О, там кого-то нашли. Будет исполнено. Упс. Ой, я в шеи поймал. Ой-ой-ой, вайперочек тут, вайперочек. Давай. Как прикажете. Будет исполнено. Меня убили сзади Клокверк и СК. Как прикажете. Будет исполнено. Почту за честь. Будет исполнено. За веру и народ. Почту за честь. Будет исполнено. Будем что-то с ними делать, алё? Да, можно, если ты стан дашь. За веру и народ. Да не дам уже, блядь. Будет исполнено. У Лёрика много маны. За веру и народ. Пидорас. Плюсую. И преследую его до конца. Все, не попал. Инвалидный алхимик, блять. Да там туман войны этот самый вообще меня бесит он. Получай стан. Теперь бегите, глупцы. Пожалуйста. Ну пожалуйста. Кого ты Драколича просишь? Так гребаный, он против. Я бегу с меда, но я далеко. Пиздец. Ой, там вайпер. Кто видно-то? Понятно. Вообще я хочу кофе, шоколадок и курить, но я не курил 2 дня. Я готов уже людей убивать, нахуй. Какой бедняжка, просто не курил 2 дня. Жесткий. Да. Всю жизнь не курил, живой, видишь, и не хочу. На? Ну, и на велосипеде ездишь. Да, езжу. Спортсмен. Ну, молодец, Урдак, ну чё ты, ну я не молодец, я жесткий. Ну не трогай, заебал контроллер. Кто? Я живой, алё. Всё, сори. Кто-то там подконтроливает. Ой, сори, Урдак забрал прям. Я же не знал, что ты сюда это. Прилетишь. Я выгнал вайпера. Вивер. Вайперов скобочку вивера. Мне опять нравится чат. А чат где? А, чат понял. Где-то на... Чат пробудился. Чат рулетка. Будет исполнено. Тебя не поймать уже там. Так, снизу баунти. Я заберу. Я смог. Да. Я буду искать бандитов. Будет исполнено. Как прикажете. Офицер Тускар, ваши документы нахуй. Изи. Все правильно, Жень. Все правильно. Кс-кс-кс-кс. Офицер алхимик на выезжает тоже. Новые бои. К вам. Да. За веру и народ. Почту за честь. За веру и народ. Тинкер с аршидом, конечно, неприятная тема. За веру и народ. Не трать ЕУ. У тебя же есть ЕУ. Ну да, есть. Опа. Ой, там гнезда. Риска попалась. Зону риска попала. За веру и народ. Я? БМО за это 2 раза убивать. Да, хоть 3. Еду. Там вайперочек сзади. Сука, а можно не лагать, блять? Пожалуйста. Ёбаные. О, а чё это они меня все гасят? А вы же его 3 раза должны были убивать. Ну еще что пизданешь? Блин. Жесткие. Нахаграл он, кстати. Чё? Возможно, стоило на ХГ прыгать к варду. Да, там, может быть. Вижена не было. Чё за дела? Чёром?
Почему вы его... Вы... Я бежал к вам, слышал ваши разговоры. Корпорации. Вы планировали убить 3 раза. Что прошло не так? 3 раза. Там команда подъехала. Взяли нас в это... В кольцо. В ректальное кольцо нас взяли. За ректальное кольцо. Понял. Плохо это. Как-то вот Лёрик, плохо, ребят. 19-й. Моё сердце жаждет битвой. О чём вы просите? Да там 18. Начинается раз, киска где-то бегает, киску раз за хвост, и всё. Надо как-то, чтобы мы вместе... Под хвост, я бы сказал. Вместе как-то что-то. Три под хвост. Там дизоль. Внизу иллюзии. Будет исполнено. За веру и народ. Как прикажете? Город наш. За веру и народ. Ну чё завоняли-то? Сейчас вырублюсь. Давай, Ром. Ром, ты единственный наш дамагер. Вот. Молодец, красавчик просто. У него 100% есть ульта уже. У Леорика. Жень, пошли Леорика убивать. Мы уже его не убьем. Мы проиграли игру, если что. Ой, ну прекрати уже. Да, чуть-чуть посейвовались. Не, я просто посмотрел твой инвентарь. Чуть-чуть посейвовались. У Леорика даггер. Леорику даггер прилетел. Зачем тебе вообще какие-то руны отдавать, если ты собираешь это дерьмо? Леорику даггер прилетел только что. Опа. Если мы еще играем. Да, играем. Ой-ой-ой. Там сейчас Леорик прыгнет. До конца гейминг. Будем пытаться опа, как... Опа. О, на руне, на руне. За веру и народ. Ну... Ребят, да. Агро взял. Давай, гаси его. Гасю. Так, одну жизнь забрали. Играем вторую? За вторую тоже надо, ребят, как-нибудь, давай. Ну пожалуйста. Ой. Не, без меня не заберете. Так, пошел там этот пиздюк. Как прикажете. Будет исполнено. Почту за честь. Будет исполнено. Комф ты один, если что. Я дверь закрыл. Там драка в другой части планеты. Там сзади его. Леорик пока там... трется. Там Тинка появился. Шарды кайфовые у вас, разработчики, спасибо, но вот Варл Спанчик комок. О, все-таки в горле застряли. Ну это может быть и не Варл Спанчик комок застряли. Ой, киска бедная умирает. Ай-яй-яй. Наск. Чаю. Ой. Давай, это... комф. Комф? Слезное описание комка. Я пока отойду. 80 секунд мертвый. Да, там просто набис. Комок, это баги. Как бы все слышали, что там ремни не пристегиваются, в езде не взять. А в Варл Спанч я не понимаю. Я, короче, играл последний раз на Икапе. Там, типа, на него я нажимаю R, и у меня ручка загорается сразу же. А тут я нажимаю, как бы, R, она не загорается, но надо взять таргет. И то есть, типа, я как бы не знаю. Ну, я вот перед этим бью простой автоатакой, и после раз нажимаю R и на таргет. То есть он... Ну, как бы, с автоатаки, но уже со второй. Но я не... Как бы, на икапе она при нажатии активируется. А тут мне еще надо навести на таргет. То есть я не понимаю, как правильнее, на икапе или здесь, или кто? Стоп, ты страдаешь от того, что нужно навести Валор Спанч? Да, потому что рука не загорается, я все время сбиваюсь с этого. Я не вижу анимации, я сбиваюсь. Просто... А то, что у тебя курсор в кругляшок превращается... Это понятно, но на икапе я привык к тому, что, типа, у меня рука... Я могу перед файтом нажать эту руку... И она у меня уже как бы наготове, то есть я вкатываюсь. Но это другая механика обилки уже. Бля, ну короче. Если что, она другая, другой стала. Валор Спанч стал другим. Это не проблема Драколича и других. Так, ребят. Ладно, не пиздите, я сам разберусь. Не надо мне навязывать за моржа, блядь. Да, или просто, я не знаю, ставь автокаст как мудак. Я посмотрю потом, короче, потыщу, посмотрю. Сейчас я точно, наверное, не могу сказать, как правильно. Сори.
Смотри, Жень, все правильно. Чего все, извиняетесь? Я перед всеми. За неудобство. На автокаст я поставлю и ударю не того. Меня. Вдруг он меня ударит. Предположительно, Хекс Клокер собирает. Чинкера уберем. Где он? Мигните. Вот тут. Ага, я просто далеко, я вот здесь. Там кто-то прыгнул. А, понял. Блин, не то нажал. Найс, вижен. Приставил кнопки, сразу мискликнул. Чё мутим? Файтинг. БДСМ файтинг. Файтинг? Все понял. На меди файтинг? Я, если чё, на файтинг прилечу. Там клокер улетать будет, топе если что, осторожно, наверное. На топе грибасов нужен. Нужен будет, если меня сейчас войдут. Ой. Не прилечу, ребят. Понял. Да почему он тут остается, цыка... Мразь, а вот откуда он знал, что я здесь буду? Он в лотаре. Где ты будешь, если... Это бейт. Он должен был давным-давно вернуться на мид. Ну почему он там? Ну почему? Там он может быть лишь по одной простой причине. Я туда еду, случайно. Блять, надо что-то с ними делать, уже нахуй. Ну его включать на один удар вообще. Не. А, хоткей на автокаст. Не, ну хз. Посмотрю, короче, потом еще потыщу. Ну это такое. Хоткей на автокаст. Автокаст это вот тема по-настоящему. У меня кнопок не хватит. Ну я не знаю тоже. Я просто не привык к такому. Сейчас в Доте 2 так можно, причем уже довольно давно, но я до сих пор не научился. Ну чё? Ну я пока лежу, пока лежу, отдыхаю. На расслабончике? Ну, почти. Там сейчас наверх, наверное, пойдут питоны. Да, они сюда, скорее всего, уже идут. У пиявы просветка при себе есть, все есть, блядь. Мразь нахуй. Мне не ведом страх. На низ вон. Хорошо. Они Рошана, наверное, бьют. Возможно. Пошел сканирование территории. Будет исполнено. Почту за честь. За веру и народ. О чем вы просите меня? Пошел сканирование территории 2. За веру и народ. Мое сердце жаждет битвы. Че, пойдем туда. У них синтера нет. Вот они бьют, они здесь. Вон шардик прилетел. Отбойтимся или деремся? Да как так-то она пролетает походу, мимо деремся. Него? ОФК файтинг. Как прикажете? Будет исполнено. Как прикажете? Будет исполнено. Почту за честь. За веру и народ. Кого-то убили. Контролю Кокверка. Ой, не Кокверка. Сало дали. Так, Тинкера. А, я с Бэйбэка умер. Скорее всего. Нет, я в них въехал. И Ро... А, Ромыч, нормально. Убегай нахуй. Все, бегу. В итоге, чё файтинг, это как прошел? Нормально или не ну, очень? Посмотри наверх, как думаешь. Походу, норм. Я посмотрел, я жив, значит, норм. Надо поменять местами кнопки, я 5 раз уже заявлю вместо Дагона. Леорик на мид идет.
Два аршина. Блин, если бы я знал, я бы репикнул просто. Вообще, я пикнул пака, но я подумал, что у нас хоть кто-то будет с руки бить, но... Вот и бей. Могу только с клешни. Слева. Не, Ром просто хотел проиграть. Я его поздравляю с ним. Ну ты можешь уже за... Ром. Зип-зип. Все, а, уже чуть-чуть повонял и хватит. Ты как бабка старая, знаешь, вот... Ром, ты себя будешь... слышал? У меня есть записи того, как ты ноешь несколько игр подряд. 20 минут ты сейчас будешь... А, он собрал багон! И будешь стонать вот так вот. Вот это не иллюзия? Ты сказал уже. Это не иллюзия. Ты все это уже обозначил, ну хватит. Укусил за жопу. Пошел контроль. Надо тинкера убить сзади. А, у него же две жизни там. Как прикажет. Будет исполнен. Как прикажет. Почту за честь. Как прикажет. Почту за честь. Как две-то? Мы же Аегис выбивали. У него вообще ничего нету. Он был у этого, у Клокверка. Надо было... херачить его, я же ему этим лотерей... Эйджем или что там? Сильверэйдж. Сильверэйджем сбил ему все нахуй. Надо было пиздонькаться. US? Нифига себе. А, ну можно было по нику, наверное, догадаться, да. Ну вы все выжили, нифига себе. Сюда можно пойти еще куда-нибудь. Блин, у Тинкера варды были, я не знаю, куда он их поставил. Нет нигде вообще. Еще выиграть вообще изи можно. Просто собрали все по хексу и все. Все, никогда не выйдут они из хексов, из контроля. Ничего. Что сложно? Поманцевали и все. Жаль, что я не могу во время вот этой речи просто на твой инвентарь навести и показать. Ты можешь после? Да. Не, я это я уже сделал. Все есть. У меня для мансов все есть. Есть лотар. Есть дегон. Изи. К проверке документов готов. Чтобы Аганимы хоть сделал людям, то полезнее было бы. О, я написал дроп. Ready. Привычка. Это, кстати, Тинкер, это, на мой взгляд, самая большая наша проблема. Мне кажется, Санкинг... Ой, Санкинг... Да-да-да. Не надо, Урдак. Ты все про... Ты все правильно сказал. Фрейд, конечно, в гробу перевернулся, но ты все правильно сказал. Я чую, но что они оба короли. Король здесь только один. Амахасло просто, блядь. Жека вообще лучше. West Coast. Опять Strength Reconnect. Оу. Oh. Хорош. Реконнектнулся. Что вспоминается из первой Зеносаги. Цитата. Good. Good. You fight? Вот это цитата. Да. Просто мурашки по коже. Просто можно вписывать. О, там Радик у этого. Вписывать в данную ситуацию, и я думаю, нормально.
У Юнуса, короче, Радик. Внемлю вашим словам. Рома кого-то убил. Ром жесткий. Никто такого Рома в Тинкера не видел. Убил, Рома жесткий. Изи. Самую большую вашу проблему, по мнению Бупса. Король, Рома просто король этой игры. По мнению Бупса. По мнению Бупса. 2000, так, типа там, по мнению какого-то модного журнала и так далее. По версии National Bupsa Graphics. Вы не хотите бот запушить? Ну вы предлагаете, когда вы идете туда, когда вы там, а я на базе. Но если подождете, а я думаю, что нет. Блин, из... Или все-таки... Ой, не берите руно, не берите руно. Че, го СК два раза убьем? Да. Давайте. Ну, все. Мне дали. Дал тебе эту. Ой, я. Хорошо, но сбил ему этот. Че? Преследуем, нет? Конечно, преследуем. Тут Тинкер где-то. Понял. Били. Сзади какой-то хуесос там. Что-то пока его били, я хуй знаю. Сори, там немножечко стеночка не так легла. На нас напали. Товарищ Скорпион, на топе много крипов, убейте их, пожалуйста. Очень на это. Нам барашана еще раз не отдать им. О, Тинкер прямо. Тинкер надо убить просто. За это. Стрелу? Хорошо! Забыла бы. Просто надо было ее убить. Ну что-то сильно... Да он не знал, что он ТП-шится будет? Так там видно же было. Я не знаю, что там Тинкер вообще... А, у тебя когда было? Рома предвидел это во сне. Я вижу... Жень, ты со мной? А, блядь, я не успел. Где ты там езжаешь? Успел я, в стройку. Опа, это кто? Бейте его. Нет, не убьете. За веру и народ. Как прикажете. Почту за честь. Сейчас, ребят, надо по чуть-чуть поформить. Ну давай. Будет исполнено. Почту за честь. Будет исполнено. Почту за честь. Будет исполнено. Как прикажете. О чем вы просите? Если чуть-чуть, то без проблем. Да сейчас норм, зафайтимся с ними, они не вывезут эту коляску, Жень. Мое сердце жаждет битвы. Ну чё? Внемлю ваши слова. Кокер Тараску собирает. Мне неведом страх. Внемлю ваши слова. Почту за честь. Надо отойти. Надо. Ой-ой-ой. Ну, короче, дожечь чердака хочет. Судя по всему, дожигает. Ой-ой-ой. Бейте Тинкера. Убил. Байбайкайтесь, если есть с нами. Да чё, есть у кого-то байбеки там, я не знаю, что-то? У меня нету, естественно. Понял. У него этот... Блутор. Я понял. Стреляй, ёб, ты куда побежал? Ой-ой-ой. Змею стреляй! Змею! Не могу.
змея настоящая, но у нее лотар. Нету. Есть. На город наших. Как ты его убивать собираешься? Сейчас увидишь. Ходу дела не получится. Чуть-чуть не хватило. Ой, бля. Ну, рофель был найсовый. Ну да. Там две катапульты, нижний тавер. Блин, везде. Там надо этот. Тинкер летит, тинкер летит. Ты пашешь? Надо их убить сейчас обоих. Мы можем. Лёрика саблина. Будет помощь-то Жене какая-то, нет? Вы куда тпшились-то? Да в другую сторону. В смысле, туда, куда надо было тпшиться. Понял. Стан не отдашь? Это, давай, давай, Рома, стан туда, этому змея. У нее этот... Все, только там Хоквер. Хорош. С башера, второй нахуй удар. Вон Кокверк, Рома, осторожно. Это тот, который тебя убил. Включай, побежал. Давай, спортсмен, ебать. Надо убивать. Да, он сейчас. Давай, кайте его, кайте. Вокруг кремов бегает. Спускай. Догончик ему. Чё-то догончик-то ему не дал. Ну дай ты ему догончик. Жесткие. Рома, жесткие. Монетка. Ром, монетка. Да насрать на нее. И там, блядь, звонят. Драколити звонит. Слушай, послушай, надо проиграть эту игру. Слушай, я сейчас отключу все. Надо проиграть эту игру. Мое сердце жаждет. Ща. Внемлю вашим словам. Почту за честь. Мне неведом страх. Где все агонимы, в чате спрашивают? Да там, тут, сори, тут... Алхимик такой, типа, боевой на файтинг. Там некогда собирать агонимы. Как прикажете. Почту за честь. Как прикажете. Почту за честь. Я уже собирал им агонимы. В прошлой игре. Мое сердце жаждет битвы. Как прикажете. За веру и народ. Сарказмом залило весь монитор мне. Мое сердце жаждет битвы. На тильтинг, я бы сказал. Собрался. Вард на Рошане упал. Они, кстати, очень плотненько игнорируют его. Гоу Рошана убьем сами. Мы надо очень быстро убьем, она же алхимик. Надо без палева как-то. 60 минут на игре, так что... О, вот. Стоп. Ну заходим, алё, или нет? Ну не зря же мы тут удали. Ром, мы тебя ждем. Захожу, захожу, ребят. Наш алхимик 60-минут на игре. Бок-бок-бок! Все, что я слышу, Ром. Вот-вот. Я бабулю, Uncle Ben, знаешь, такая раньше в рекламе была? Это дедуля. Ну нет, а бабуля тоже была. Там бабуля была. Берите, я брать не буду. Ром, броня себе. Самому главному надо брать. Да. Все, изи. О, о, ладно. Надо внизу убивать, внизу надо пияву, пияву убивать. Я метр пушу, у меня оторвала. Один на пиявку ты там. Пиявка исчезла, он знает, вон он. Вон он где-то. О, тут. Вот, он. Вот здесь, сзади. Все. Ты что, ты совсем опух? Так, что-то... Ребят, ну пожалуйста. Ну что-то, спасибо. Я иду, там БКБ. Спасибо за то, что ничего просто не сделали. А что ты хочешь, там БКБ? Ну, блять, хоть что-то, чтобы они меня просто вдвоем не фокусили, хоть лицо показать свое.
Я тинкера убил. Показал писку. И улетел. Круто. Анкл Бенс, это мой любимый майонез. Леорик только что перетонул на 1700. Ну это еще не приговор. Пизда, надо было серьезно. Для Эшента это был приговор. Что, они будут прыгать за тавр? Они бейсджамперы. Ну серьезно бы, она хоть закончилась рано бы уже, давным-давно. Думал, мы с Женей будем летать там с догона, со стана, убивать всех, а что-то как-то не получилось. Наверное, на первую линию не надо было тратить. Так и так, и так отдавали. Ох, нифига, жесткий. Там 3900 у пиявых хпшечек. Если чё. У Юнуса тоже 3900. Нормал джан. Бля, как же им похуй на вас. Ну нахуй. Подключайте байбеки. Ой-ой-ой, я тебя же не случайно управлял. Первые два байбека пошли. Вижу цель. Убиваю. Жесткий. Все, убегаю. Убил. Убегаю. Не убегаю. В скобочках. Ну ладно, ребят, молодцы. Ну ладно, неплохо. Хоть так. Неплохо сыграно. На город наших братьев напали. Есть ГАЕ. Верец. Спасибо. На город наших братьев напали. Что-то кто-то у нас еще не фафешнул. У кого-то теплится. Надежда. Ладно. Так, ладно, ну все, Урдак, можешь начинать. Одно войне. Слово. Мне надо, одно мне слово. Надо по телефону Дау. Поговорить. Все, я закончил. По телефону будешь говорить? Так, ну я так понимаю, что скорее всего сейчас, наверное, будет этот. Слушай, а ты можешь включить Dota 2, показать у этого Тускара? В смысле, а что там показывать? Ну, ну мне покажи. Конф думает то, что здесь багнутый Валрус Панч. Не, я не багнутый, как бы, но. Ну давай включу. Мне просто там подкачивать надо. Ну с автокастом вроде может быть даже и неплохо это было. Чё тебе надо показать? Как? Варлс Панч. Всё, всё. Ну я буду смотреть, я смотреть буду. Если я начну смотреть... Р, мне нужно Р. Нажми Р. Нажал. Сейчас, подожди, у меня не показывает. А как у тебя Р активируется? Ну могу поставить только... на автокаст. Не, подожди, ну, сейчас стой, на автокасте. Стой, подожди, на автокасте она стоит у тебя или что? Нет, ну я могу вот R вижу, нажимаю. Сейчас автокаст. Не бей, не бей, отключил. Не бей. Я скажу, даже сейчас. Ты смотри, там дилей, ага, не забывай. Да. Ну ты просто стань, не бей никого, ну не бей никого. Хорошо. У тебя сейчас она включена или нет? Ага. Нет, сейчас у меня выключена. Отойди, автокаст. Не бей. Нажми R, но не бей. Скажешь когда? Нажал R. У меня курсор твой появляется. Курсор типа наводить надо, да? Да. Ага, все понял, все закрыл ебало. Все. Все?
А чё, и чё там так же или? Не, ну тут как бы так же, но просто я привык к осикапу, и там типа R нажимаешь. Комп мне не поверил, то что это два разных скилла. Ну я посмотрел, как в Dota 2, блядь, мы заебали. Я верю в Dota 2, блядь. Да? Тебе один человек сказал, что это просто два разных скилла, и он теперь по-другому работает просто. Это я. Так что... Ну ты понял. Спасибо. По поводу шарика, то что можно, но это в курсе. Ладно. Че, мы еще играем или все? Вот в чем вопрос. Ну, что там с Ромой? Пошел срать, мне нужен был перерыв, наверное. Сейчас надо будет отойти, ну, возможно, надолго, так что когда я приду, там уже Battle Cup, наверное, будет. То есть мы не играем Нави, сейчас? Да. Кто-то сказал Нави? Кто сказал Нави?